Три мифа о первых месяцах советской власти за одну минуту. Поехали. Очень распространено мнение, что в первые месяцы в стране Советов отсутствовала охрана порядка. Однако уже 7 декабря была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия при СНК РСФСР. Это не говоря уже о первых отрядах народной милиции, которые стихийно создавали местные советы. Второй миф касается уравниловки, которую якобы начали проводить большевики по приходу к власти. На самом деле подобные случаи связаны с решением некоторых рабочих комитетов, которые не до конца поняли лозунг большевиков о равенстве, восприняв его слишком буквально. И, наконец, многие говорят о якобы изначальном плане коммунистов по введению жесткой политики на территории России. В действительности же, в первое время даже газеты откровенно буржуазных партий, вроде кадетов, были разрешены и свободно распространялись. Запреты же начались лишь после прямых призывов этих партий к неповиновению, саботажу работы советских учреждений, к помощи белым генералам. И даже так, те же меньшевики и эсеры находились на полулегальном положении вплоть до 1925 года.